привет. Я нахожусь в квартире ЖК «Тринити», где мы выполняем полный комплекс работ по отделке квартиры под ключ. И мы закончили один из этапов. Это монтаж гипсокартонного потолка. И сейчас в деталях я покажу, как мы его выполнили. Первая фишка – это лючок скрытого монтажа, который будет выполнен под покраску. Для обслуживания кондиционера, а именно замена фильтрующих элементов. Теперь давайте проверим качество выполненной работы. Проверять будем провилой 2,5 метра. Прикладываем ее к потолку в разных плоскостях. Допустимое отклонение по ГОСТу 2 мм на 2 метра. Для монтажа мы использовали влагостойкий гипсокартон 15 мм на усиленном каркасе с шагом 400 мм. На этапе монтажа мы вывели все провода по светильнике, по дизайн-проекту. В нишах скрытого монтажа под гардину выполнены закладные из фанеры. Здесь будет располагаться остров. У нас сейчас выведены провода под освещение. Также сделаны закладные. Люстра будет располагаться здесь. Под нее также сделана большая закладная. Хочу обратить внимание на интересное решение по светильникам. Это гипс. Установили на этапе монтажа гипсокартона. Светильники встраиваемые, которые мы будем в дальнейшем готовить под покраску. Очень классное решение, смотрится красиво. Блок кондиционеров у нас находится в санузле. И воздуховодами все разведено в каждую комнату. Здесь также планируем сделать потолок из гипсокартона. И будет лючок скрытого монтажа для обслуживания фильтрующих элементов. Вентиляционные каналы мы обшили коробами ниже основного потолка. Здесь у нас находится кондиционер и вентиляция. Это в кабинете. Также выполнена в кухне-гостиной кондиционер, вентиляция. Также воздуховоды находятся в коробах ниже основного уровня потолка. В коридоре кондиционер. И в спальной комнате также кондиционер находится над входной дверью.